Скажите что-нибудь по этому поводу. Мы хорошо отдыхаем на теплоходе Федор Голодков. И будем продолжать этот отдых. Водку пьете? Водку пьем. Рака пьем, водку пьем. Да. Ну, слава богу, водки не видно тут. Водку, спирт, все, что горит. Да. И понятно. Когда водка кончается, пьем фуфурики. А вы участвуете? Они показывают, мы участвуем. Все легко и просто. Готовы? Готовы! А сейчас мы с вами поиграем в одну веселую игру, которая называется «Ипподром». Встаньте, пожалуйста! Встаньте, пожалуйста! Просим всех подняться со своих мест, и мы встаем! Встаем, все участвуем, дружно все поднимаемся. Мы пришли сюда не сидеть, а участвовать. Бегом, бегом, все. Встаем, встаем. Встаем все дружно. Встаем. Люди просят, и мы встаем. Так. Говорим задание дальше. Сегодня не получится дикция, да? Конечно, он еще не пьян. Исполнять хотелось три варианта, но мы остановились на одном варианте. Компания называется «Камадон», то есть слияние «Камы» с «Доном», представьте для себя. Вот, поэтому девиз наш «Левый берег Дона, пляжи плесные, чайки у затона, рядом отмели и мели, мы до них добраться все ж сумели». То есть все посмотрели на Дон, вот на левый берег Дона. Поэтому и песни остановились, посвящается Дону. Она так и называется. По Дону гуляет казак молодой. Извините, как бы это... Ну пошли. Ну, налейте человеку, сейчас голос прорежется. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. В школу дочку в садик отвезти. Запыхавшись в автобус, ждет работа впереди. Эх, недаром говорится, наша женщина красна. На себя она взвалила все четыре колеса. Девиз? Жюри в этом убедились. Кто не знает, наше блюдо было селедка в шоколаде, донская. Вот. Многие думают, что рыба молчит, но донская селедка не только умеет говорить, но и петь. И сейчас вы это услышите. Выйду на улицу, солнца нема, парни молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Матушка родная, дай воды на холодный, сердце мое так и кидает жар. Раньше я гуляла в зеленом саду, думала на улицу век не пойду. А теперь под вечер аж пятки горят, ноженьки резвые. Определимся, вот этот вот небольшой угол будет команды смайлики, дальше будут шокоголики, так, дальше еще у нас одна компания и Леся Песня. Давайте как-нибудь вот сюда, пойдите, пожалуйста, кто-нибудь здесь. Да, я вам причем и говорил, что вы там тоже должны присутствовать.